Всем привет! Это видео записывается специально для канала Банковский. В сегодняшнем видео давайте разберем, куда же сообщить о мошенниках, если вам позвонили и пытаются там как-то вас обмануть и забрать себе ваши деньги, да? Сейчас такой вопрос, наверное, волнует каждого там сплошь и рядом, каждого первого человека, потому что все пользуются банковскими картами, у всех где-то открыты счета, все оформляют кредиты, поэтому каждый печется и бережет свои деньги, которые у него есть, и как-то старается их сохранить. Так вот, начнем с того, что никому не доверяйте. Сейчас вообще верить никому нельзя, особенно всем тем, кто звонит по телефону. Обязательно удостоверьтесь, что вы уверены, что вы разговариваете именно с тем человеком, который вам звонит, а не с каким-то мошенником, который представился либо там вашим родственником, да, либо каким-то сотрудником банка. Так вот, если вдруг вы уже попали в такую ситуацию и вам позвонили, к примеру, там, да, какие-то мошенники, представились сотрудниками банка, попросили там назвать данные вашей банковской карты и так далее, и вы, соответственно, либо уже поняли, что это звонят вам какие-то мошенники, то если вы это уже поняли, да, и никакие данные не предоставили, вы можете позвонить либо же по горячей линии Сбербанка, вам вышлют в смс-сообщении ссылку на сайт, куда нужно зайти и написать информацию о мошенниках, либо это было там, допустим, мошенничество через сайт, то вы можете указать сайт, если это был телефонный звонок, то можете указать телефонный звонок. В отделении Сбербанка уже есть специальный сайт по этому вопросу. Либо же без звонка можете просто сразу зайти на сайт Сбербанка и там найти окно, которое называется как-то «Мошенники», по-моему, «Сообщить о попытке мошенничества». Открываете данную страницу и вводите данные, там есть даже текст сообщения, в этом сообщении пишите полностью информацию, которая с вами, то есть ситуацию описываете, да, которая с вами произошла, для того, чтобы в дальнейшем оградить как-то других людей от этого номера телефона и от таких мошенников, и чтобы Сбербанк мог оповестить, о каких ситуациях мошенники спрашивают людей и к чему принуждают. Поэтому сообщайте всю информацию, позаботьтесь о себе и о других. А это видео снималось специально для канала Банковский. Если оно вам было полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока!